В Днепре сотрудники СБУ задержали при получении взятки чиновника горсовета. Главный специалист земельного управления требовал от местного жителя 25 тысяч гривен за оформление участка и регистрацию жилого дома. Правоохранители взяли чиновника с поличным. Первую часть денег, 10 тысяч гривен, он получил во время встречи в одном из спальных районов Днепра. Оперативники выяснили, что деньги с местных жителей он брал систематически. Теперь чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.